Це історія про бійця, який поранений під час бою і намагається зателефонувати додому. Тому що іншої можливості, щоб сказати якісь важливі речі, може вже і не бути. Так про зміст пісні та відеокліпу на неї каже автор Олександр Курбатов. Він мій колега, журналіст. Ми багато років працювали разом тут, на 9-му каналі, а зараз Саша займається журналістськими розслідуваннями, воєнною темою і пише музику. Ця історія з'явилася у 2014 році. Зараз він розкаже, як вона стала піснею, кліпом і взагалі цілим проєктом, і хто йому допомагав у цьому. Добрый вечер. Добрый. Саша, очень рада тебя видеть здесь. Я тебе уже говорила, что всегда удивляюсь и восхищаюсь, когда люди выходят за рамки своей профессиональной, традиционной деятельности и делают что-то необычное вот вне рамок. Поэтому, конечно, вот песня и клип, песня, написанная тобой, клип, снятый целой командой, насколько я понимаю, да. Целой группой людей, для меня это удивление. Говорю тебе честно. А как дошел до жизни такой? Ну, это шутка, конечно. Рассказывай, как появилась идея и вообще, как все получилось. История была... Ну, вот когда вот в 2014 году началась война, еще не все поняли, что это началась война, но уже там уже были проблемы, уже стреляли, уже пошли... Уже тогда были обстрелы градами с той территории. И вот первые наши ребята ушли, у которых еще не было ничего. Я тогда помню, мы снимали под Славянском каску наших, вот этих каски наших ребят, у которых пробивают любой пулей. Да, ты вот снимал эти... для новостей, да? Нет? Я тогда вообще поехал... Получилось так, что национальный проект, на котором я работал, он пока еще не занимался этой темой. Проект, который в Днепре был, угу. Он в принципе не планировал заниматься этой темой. И я тогда взял и на своих выходных долго там вызванивал. Вот я тогда познакомился с Вадиком Рачковым, мужем Татьяны Рачковой. Угу. Потом мы как-то на нее вышли и давай поедем в свои выходные. Я взял свой телефон. Взял у одного из коллег GoPro под расписку, даже что без вернул, оператора, да, в случае был? Чего, и поехал туда. И вот к моменту... Да, и мы сами проехали в Киев, потом из Киева под Славянск, все. И вот там вот, вот там встретились, начали общаться. Это был совершенно другой мир. И туда, в общем-то, на самые передовые точки еще не пускали наших журналистов. И это было очень интересно, потому что я как волонтер проехал туда, где, в общем-то, обычно прессу еще попервах не пускали. Тогда еще все военные закрывали лица, там, не хотели. Ну, потому что какая-то часть этих военных перешла на ту сторону, и они не хотели давать вот лишние козыри, да, своим противникам. Еще никто не знал, чем это обернется. И вот тогда мы познакомились с Вадиком Рачковым живьем. Мы туда приехали, это была ужасно убитая машина, которая умерла у них там. Вот на самой крайней точке под Славянском. И туда уже приехал, привезли какими-то, ну, не знаю, безумными путями моего оператора, с которым мы работали, вот тоже на перекладных, но его довезли. И мы выпустили материалы. Тут проходит, мы как-то переписывались, комментировали посты друг друга, и тут проходит полтора связь месяца. Связь была, да, мобильная связь была, все нет, работало. Нет, очень плохо было со связью. И все это потом нашло отражение вот практически в каждой строчке. Тут через полтора месяца, или даже чуть меньше, оказывается, что он погиб. При мне он, там, они ругались там, с другими там, военнослужащими, чтобы вот выходишь куда-то на открытое место, все, оделся, упаковался в тяжелый только бронежилет, каски полностью, и только так. И при нас там подстрелили парня, который сказал, что он быстро перебежит, легко, да, и раз, и попали в него. А потом оказывается, что он сам погиб, и я спрашиваю, как? Ну, на похороны приехали, а ну, все коллеги говорят, о, ты же знал, ты же снимал там это самое. А я спрашиваю, а как? А он говорит, ты знаешь, 24 часа невозможно быть в каске все время, в бронежилете, вот просто невозможно. А потом, через какое-то время, это был уже октябрь, когда оператор ICTV, бывший Саша Терещенко из Николаева, он в десанте служил, он был защитником Донецкого аэропорта, и привезли его сюда, оторваны обе руки и пострадали глаза. Это он уже собирался меняться. Вот он, я говорю, слушай, Саша, как ты вот, ну, понятно, ну, руки там, граната прилетела. А отчет был не в очках тактических. Он говорит, были очки.
Понимаешь, говорит, я вот две на протяжении недели... Ну, тоже этот случайный миг, да, Карл? Нет, говорит, вот неделя, это когда ты, даже в туалет ходишь в бронежилете, и там, в общем-то, негде, и ты единственное, что можешь умыться, все это вот эта вот какая-то влажная салфетка, и больше ничего. И, говорит, вот в момент, когда приехали нас менять, и мы уже должны были грузиться, вот началась очередная атака, и мы остались, и прилетает граната. Говорит, на мне не было этих в этот момент очков. Угу. И я попытался выбросить, оторвало руки, вот и чудом потом, каким-то совершенно чудом и, не знаю, неимоверным талантом наших врачей в Днепре спасли зрение. Да, зрение. Не стопроцентное, но это намного лучше, чем ничего. Угу. То, что рук-то уже нету. И вот все это дело сложилось. И потом, когда мы ездили, и там летом вот эти степи, там пропадает связь, и потом оказывается, что... И все потом, я думал, у меня там с оператором плохо. Мне говорят, да нет, конечно, там не может все быть, вышки да, расстреляны, да, и вот рассказывают, что большая, вот, говорят. Особенно в начале это было ярко, пропал сигнал, если остатки сигнала упали, ну вот все, что очень высока вероятность того, что надо вот падать в ближайшее укрытие. Угу. Не прилетело, значит будет, да. Да, и вот еще один такой момент, он очень ярко, и я там в песне тоже написал, что дохнет датчик связи. Вот тут ребята, которые подбрасывали старые телефоны, вот эти Nokia, Siemens, которых уже давным-давно не выпускают, угу. Кнопочные. Вот они подбрасывают вот так вот, чтобы улетела смс-ка, а в смс-ке жив-здоров. Да. Чтобы только достали. Да, вот они стал где-то, ну так, чтобы его не видно, да, было. И вот он подбрасывает просто телефон. Вот пока он зависает в верхней точке, там она раз улетела, эта смс-ка. И вот это все, оно сложилось, и потом уже, как-то нескольким друзьям сыграл, да, здорово, классно. Ну это вот, смотри, это история месседж, да, вот настолько тема связи-то есть в этом. Это ведь не просто о войне, да, у тебя история? Это история о том еще, далеко не всегда есть возможность сказать еще раз своим родным и близким, да, какие-то важные вещи, потом у тебя уже нет времени на это. А надо это говорить. Это история о том, что... Это вот, не только на войне может быть, правда? Когда есть возможность сказать, нужно обязательно говорить какие-то угу. вещи. Потому что да. Потом мы можем только теоретизировать. И вот я говорил с одним из ребят, и он говорит, ты знаешь, я слушал, вспоминал и думал, а у нас убили там парня, и я думал, а он как раз хотел позвонить домой, смениться. Ну, не позвонил. Это вот когда взяли Александрова и Ерофеева, российские спецназовцы, которые брали штурмом наш фасад. И вот один из ребят, который стоял на посту, которого убили, угу. он еще говорил, что я хочу позвонить очень домой, и он не позвонил. И я думаю, о чем бы он сказал? Ну, нельзя уже сейчас да. ничего и сказать. Да, и каждый на себя примеряет эту роль, и это очень важно, на самом деле, сказать эти вещи. Текст писал... Долго? Сам? Нет, текст быстро как? Написал. Текст написал очень быстро, и музыку написал очень быстро. Она была... Но это вот только сейчас написал, нет, да? Нет. Или нет, она лежала? 14-й год еще. Тогда и, сразу и да, написал. Она была просто, угу. Рассчитывалась под другой какой-то формат, под, не знаю, вот если сравнивать музыкально, там, Том Петти, там, какой-то там мягкий такой очень угу. рок. Какой-то Боб Дилан там. То есть оно подразумевалось там какое-то драматическое развитие. Но ничего такого тяжелого не было. А потом как-то... Ну вот уже вот произошло это событие, когда там вот Саня Черников погиб, все, и мне вот мой коллега, он здесь прямо работает. Наш коллега, да. Наш коллега прямо здесь, это инженер, наш инженер, да. Мы с ним дружим очень давно, он играл в группе, он отличный звукорежиссер. Вова Трофимов. Да, записывает музыку, Вова Трофимов. Он говорит, а что ты не записал? Я говорю, давай попробуем. Вот я приехал там, и я привез электрогитару к нему, uh-huh. у него там домашняя студия, и обычную гитару. Мы вообще планировали на электрогитаре записать какую-то, какой-то там проигрыш, и все. Все остальное, это должна была быть акустика. Вот, и так вот получилось, что я там пока настраивал, тыкал-тыкал в свой усилитель гитарный, тыкнул перегруз. И когда начал играть, я понял, что должны быть какие-то не совсем совершенно другие, легкие да, нотки, и оно зазвучало. Угу. И то звучало здорово. Но мы решили, вот единственное, что изменилось после того первого прослушивания, я прямо сел на телефон, наиграл и это слал Вове тогда, я помню, угу. в 2014 году. Что изменилось? Изменился финал.
мы в музыкальном, он в музыкальном плане, он более оптимистичный. Вот меня все спрашивали, а вот главный герой, он жив или не жив? Жив, да, остался, я вот да. тоже спрашиваю. Он... И меня так много людей спрашивало, а я не знал, что ответить. Я говорю, ну, знаете, я вот, мне кажется, что тут вот не надо определенности. Он может остаться. Но вы музыкой дали понять. Да, и правильно? Я изменил тогда вот этот финал на более оптимистичный, который дает человеку... Вначале было понятно, что герой не выживает, а потом... Я подумал, что это неправильно. Возможно. И, да, и переделал. И, ну, на мой взгляд, звучит так лучше, органичнее. Саш, я знаю, что это тяжеленная работа. Это вот с виду кажется, там клип, люди будут оценивать качество, понравится, не понравится музыка. Это дело вкуса там каждого зрителя и слушателя. Но в любом случае это большая работа, снять клип. Я знаю, это очень дорого, это очень тяжело, это много людей. Как все получилось? Я... поработал с несколькими хорошими, очень высококлассными режиссерами вот в Киеве. И вот мы много снимали постановочных видео, все. И мы решили, что... Я решил, что почему не сделать клип из этого? Сел, написал сценарий клипа и разослал нескольким коллегам, которые работают на разных каналах. И ну, от кого-то получил какие-то там советы. Вот, может быть так, а может быть не так, все. От кого-то я получил, давай это дело все снимем, все-таки давай, вот я тоже готов участвовать. Потому что это был абсолютно волонтерский, так сказать, проект. Он, мы никто на нем не зарабатывали, мы на нем только тратили деньги. Да? И вот давай, там, вот я готов, мне это интересно, я хочу это снимать, мне здорово, мне зацепила эта история. И вот так вот мы взяли оператора, который там работал долго очень на 1+1, сейчас он в Европе снимал, Сергей Файзулин. Потом точно так же мы, ну, удалось, там, я там вначале отправил уже черновой монтаж свой, который я сделал, там, режиссера, который будет монтировать, там, это достаточно известный человек в Днепропетровске, в Днепре, Миша Токарев, он очень классно монтирует, он там внес вот эти вот штрихи, какие-то вещи важные, когда это вот обрубок, который мы сделали, заготовка, она стала готовым продуктом. И самое главное было это все собрать. И вот кто-то дал камеру. Вот это, мы снимали на очень дорогую камеру. Эта камера вот уже сериальная, да, кино снимает, начальный уровень. Киношная, да. Да, для того, чтобы у нас не было возможности переснимать дубли со взрывами, он был настоящий, да, и чтобы все это получилось, надо было вот безумное, что нам помогли чуть-чуть военные. Там миллион накладок, там, мы еще там несколько раз ездили, какие-то моменты переснимали. Где-то в кадре уже идет не главный герой. А глазки-то горят, а как хорошо. А я несу какого-то человека. Ну, мы, а потом мы сидели, вот этот план мы не возьмем, потому что здесь не видно, что это не тот главный герой. Там все. И это было здорово, это было классно. Вот я давно не помню, что вот так. В общем, интересно, что да. Это... И все этим так горели. Я знаю, что ты даже назвал вот, да, весь этот проект, весь да, проект отдельным названием. Назвали «Разум», ну, потому что мы всей толпой навалились и сделали. И я же говорю, есть люди, которые подключились, кто-то в последний момент, кто-то подключился, и вот он вообще на протяжении всего времени это толкал. Вот Вова, он записывал и очень много сделал. Мы там кучу раз переигрывали, потому что на расстоянии 500-600 километров очень тяжело что-то записать. А мы хотели, чтобы это было все живьем, и так оно и получилось. И поэтому в те моменты, когда мы таки собирались, чтобы у него было время, у меня было время, это колоссальное время съело. И, ну, и потом я так прикинул, думаю, да, а если вот так вот по дням посчитать, то это совсем и немного. Ну да, совсем и немного. Саш, ну и самый вот главный вопрос. Для чего? А творчество такая штука, она всем нужна для совершенно разных, для совершенно разных целей. Да? Это что? Самовыражение? Это история, вот, которую я хотел тебя? Ее рассказать. И я не звонил никому и не говорил, слушай, давай пойдем снимем клип. Я вот высылал историю, если она интересовала, и человек включался. Вот точно так же и с военными произошло. Ну, рассказать хотел, чтобы же все увидели, правильно? Вот, чтобы больше да, людей мы в 2014 году вот написали, в 2015 году записали практически весь трек этот, а потом он лежал, а мне говорят, слушай, все уже, пропал интерес к теме. Я говорю, как пропал? И потом, ну, там, коллеги там с разных каналов, они говорят, ну да, знаешь, мы, там вот мы меряем посекундно материалы, очень часто, когда начинается военная тема,
наступает проседание такое. Я думаю, как проседание? Война в стране идет. И мне вот хотелось не то, чтобы вернуть этому интерес, мне хотелось напомнить, что это ничего не закончилось, все продолжает. И мне хотелось рассказать эту историю, которую пережили, подобную историю пережили тысячи людей. И это еще вот там, дай мне связи, да, это еще о тех людях, которые вернулись с войны сейчас, и которым надо интегрироваться в эту жизнь, и которые зачастую чувствуют себя в одиночестве, находясь в этом мире, потому что им очень тяжело осознать, как же здесь вот этот мирный, бурлящая жизнь, яркая, красочная, она происходит в этот же момент, когда они там сидят, а там все серо, промозгло, холодно. Да. И мне хотелось рассказать эту историю, мне казалось, что эта история должна быть обязательно рассказана. Для того, чтобы, во-первых, напомнить о тех ребятах, которые там были, для того, чтобы напомнить о тех, кто сейчас там, и для того, чтобы о каких-то вечных ценностях напомнить. Ее слушают, есть ротация, где-то ее крутят. Где-то ее ставят в эфир. Она же, вот в чем ситуация, она такая драматическая, она не радийная. Да, вот если, допустим, можно там забить какое-то. Ну, была же Google. На радио, да. На радио она была, потому что, да, это вот люди, опять, которым она понравилась, они притащили ее туда, поставили директору радио «Рокс», ведущему Сергею Кузину. Это твоя любимая радио. Да, он так, вау, да. И таким образом она попала. То есть человек, которому она понравилась, он там был совершенно по другому делу. Он там представлял какую-то свою книгу. Он вообще ни разу не музыкант. Он говорит, слушай, ты слышал? Ну, это случаи так всегда бывают. И, да, и вот эти случаи, пошло. Да. И при всем том, что на самом деле пока пишут люди, которые ее услышали, вот там появилось там на разных интернет-ресурсах, какие-то отзывы появляются. И оно как волнами идет. Бац, кто-то написал. И раз еще какое-то количество человек. Я говорю... Они говорят, ты не против, если мы напишем об этом? Я говорю, ребята, вы знаете, вот я считаю так, эта вещь может не понравиться, вот она может не понравиться, но она может или может понравиться, но это произойдет только в том случае, если человек увидит. А мы вот сейчас вот еще и покажем. Да. Саша, очень мало времени, еще будет, продолжаешь. Да. Я не говорю, что эту тему, вообще музыкальную тему. У нас вот уже мы начали делать один проект, он такой серьезный и классный, а потом вдруг неожиданно, то, что вот эти вот перетрубации у нас там тоже, в сложности, в работе, есть, тут бац, да, какая-то выскочила совершенно легкая, ненапряжная тема. И она вдруг неожиданно вот будет вот между двумя серьезными темами, она будет таким веселым, раздолбайским контрапунктом. Уже демоверсия есть. И, запишем, и будет следующее что-то. Я просто не знаю, будем ли мы снимать какое-то видео, потому что там мне жутко хотелось рассказать историю. Нет, да давай уже не останавливайся. Курбатов музыкант и к музыканту уже. К сожалению, на сегодня должны заканчивать уже время. Спасибо тебе за то, что пришел, за то, что рассказал. Я считаю, что ты должен продолжать. Да, и неизвестно, посмотрите, куда тебя заведет. Неизвестно. Посмотрим, да, расскажем. Вам может мы не понравиться, но посмотрите и сделайте свои выводы. Да. Спасибо за участь. І зараз невеликий фрагмент кліпу, про який щойно йшла мова. Повну версію можна подивитися у мережі Facebook на сторінці автора. Або ж на відеохостингу YouTube. Написати пошукову назву «Дай мені связі». Оператор, хоть на 5 минут мне сказать немного, всего 2 слова. Сердце гонит кровь чаще, чем гудки. Я боюсь не успеть набрать еще раз номер. Ну давай сигнал, прошу, не исчезай. Мне бы успеть спросить, как жизнь под мирным небом. С бетонных перекрытий льется ржавая вода, а я не помню дом, давно там не был. Здесь вокруг меня слишком много красной краски. Прости, моя любовь, я не успел надеть каску.
прицел видна дорога. Неси браток, иди, не хватит сил, прикрою от приглашений к ангелам. Сегодня нет отбоя. Иди, брат, не тяни, прорвемся с боем, прорвемся вместе, я прикрою. Давай сигнал, прошу, не исчезай, мне бы успеть сказать, что все в порядке, что люблю, скучаю, но в отпуск не приду, а если вдруг прервусь, просто кончилась зарядка. У меня на камуфляже слишком много красной краски, прости, моя любовь, я не успел надеть каску. Hey!